Бойцам Севастопольского отдельного батальона ППС имени Василия Бузина требования серьезные. Образование, психологическая устойчивость и, конечно, вежливость. Ведь с людьми, которые попали в беду, они общаются одними из первых. Их командир, подполковник Максим Блумбах, в полицию пришел в 2003-м. Спортсмен КМС по рукопашному бою сначала, по примеру отца, выучился на инженера, а после окончил юридический и стал полицейским. Мой дед служил в рядах НКВД. Вот. Я много о нем слышал. Он также является ветераном Великой Отечественной войны. И он служит для меня неким ориентиром, неким примером, благодаря которому, наверное, я и пошел в органы внутренних дел. Пришел по воле сердца, поскольку всегда хотел заниматься чем-то общественно значимым, общественно полезным. И я считаю, что помощь людям – это как раз то значимое, чем достойно заниматься. Вторым мотивом было то, что я всегда хотел привнести какой-то личный вклад в развитие и процветание нашей страны. И поэтому я очень рад, что до сих пор могу лично участвовать в том, что наша страна становится более сильной и могущественной. Командир всегда в гуще событий, трудностей не боится, наоборот, считает их вызовом. Наладить работу ему удается в самых непростых условиях. Несколько лет участвовал в международной миссии, был сотрудником российского миротворческого контингента в Республике Южный Судан. Охранял порядок в одном из самых неспокойных мест – лагере беженцев на 120 тысяч человек. И даже там прошел путь от патрульного до руководителя отдела полиции. Люблю быть на острие атаки, потому что люблю быть в гуще событий, потому что мне нравится, когда я делаю что-то важное не только для себя, но и для людей, для общества, для страны в целом. В батальон Максима Блумбаха входит патрульно-постовая служба, которая отвечает за порядок в Севастополе и обеспечивает безопасность массовых мероприятий. В составе также специализированный взвод силовиков «Корсунь», кавалерийский взвод, который призван патрулировать места массового скопления людей в нашем городе. Вся служба в полиции, она опасна и незаурядная. Любой инцидент, любое происшествие, любое преступление, оно всегда не рядовое для нас, поскольку всегда страдают граждане. Для любого потерпевшего гражданина всегда это случай важный в его судьбе, в его жизни. И, конечно, мы стараемся к каждому случаю подходить, конечно, индивидуально. Сотрудники батальона несут службу и на воде. На гидроциклах они патрулируют самые отдаленные уголки, чтобы предотвращать правонарушения. Лично сам уверен, что патрульно-постовая служба является одной из основных служб полиции, поскольку именно эта служба одна из первых принимает сообщения о происшествиях и одна из первых прибывает на место происшествия для того, чтобы помочь людям. Поэтому эта служба требует быстрой реакции, требует ответственности, требует решительности. Своей главной миссией подполковник считает помощь людям, ведь если не будет защитников правопорядка, в государстве наступит анархия. Родная страна должна быть сильной и процветать. Екатерина Шадрина, Дильвер Меджидов, новости Севастополя.